Сургутское общество слепых просит помощи у жителей. Дело в том, что крыльцо офиса местной ассоциации деформировано. Стыки на лестнице расходятся, бетон крошится, образовались выбоины, которые непросто обходить, когда передвигаешься с тростью. Центр для инвалидов по зрению расположен с торца жилого дома на улице Энергетиков 1. В Сургуте его регулярно посещают более 360 человек. Это взрослые и дети, которые обучаются специальным компьютерным программам, ориентированию с помощью трости, а также приходят на занятия по шахматам для незрячих. Общество уже получило грант на проектирование новой входной группы, нашло спонсора, который помогает материалами. Теперь нужна рабочая бригада. Нам нужна какая-то вот компания или какая-то бригада ребят, которая поможет нам залить бетоном, выровнять, собрать опалубку, потому что у меня сотрудники все инвалиды, соответственно, конечно же, они не смогут сами эту работу сделать. То есть по возможности ребята будут помогать, но они сами эту работу не выполнят.